уважаемые жители города Судака, уважаемые гости, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Конечно, ветеранов в Судаке уже почти нету. Я хочу сказать вам, дело в том, что не будем говорить за то, что когда освобожден, вот какими войсками, вы все уже давно знаете, что 4-й Украинский фронт, вот под командованием маршала Турбухина, это освободили Судак. Я стою на этом месте, это священное место, и этот шпиль, который сзади меня, он должен вечно стоять. И потомки, которые после нас будут, с уст в уст будут передавать вот, о том, как это освобождалась эта земля. Я думаю, что никто не забудет никогда. Это будет столетиями. 100 лет пройдет, 200 лет, а потомки будут все вспоминать нашу отечественную. Я поздравляю всех жителей города Судака, вот, ветеранов, вот, рабочих, служащих, всех за этим великим праздником. Пусть ваши семьи, вы, ваши семьи будут все живы, здоровы, ваши дети, ваши внуки, чтобы росли и помнили о этой великой войне. Извините, можно больше говорить, но вы все знаете. Умничка. Красавчик. Просто красавец. Слово предоставляется...